Всем привет! И это как я делаю уроки. Кто думал, что я закончу уже про собачек, смотрите, нет. Я не закончу снимать про собачек, просто они не любят сниматься. А это как я делаю окружающий мир. Обрезаю вот так. А я, кстати, смотрю Виталина ТВ, к встрече с собачками, очень классный канал. Кому понравилось это видео, поставьте лайк. Это обязательно. Чтобы вы не пропускали мои новые серии. Сейчас я покажу, как устроиться. Кстати, посмотрите, какое зеркальце. Всем привет! Я его сюда положу. Так. Так, сейчас мы будем клеить. Я уже поняла и отметила специально, но я уже поняла, куда вставлять. Вот я даже отметила. Так. Вот так аккуратненько мы, ребят, все вырезаем. На YouTube упал актив. Кстати, подпишитесь на канал моей подруги. Зайдите на ее TikTok. Я, по-моему, уже отмечала, но если что, Даша по-английски. Нижнее подчеркивание. 35, что ли. Ну, а я только что чуть не сказала ее Roblox. Но в следующем видео отмечу ее канал. Так. Давайте я включу какую-то следующую серию. Так, давайте пока что на стол поставим. Это у нас первое, но я потом все наклею. Это, то есть, вот сюда. Это типа Москва, княжество, начало. Ага, поняла. Это пятый, что ли, век, я не знаю. Я не шарю в таких. Так. Так, все аккуратненько обрезаем. Люблю, когда все аккуратненько. Ну ладно, давайте включим. Она очень часто морается и появляет на ней такой серый и даже коричневый оттенок. Вот, поэтому сейчас я решила одной ей устроить прямо с папой процедуры перед сном. Пойдемте скорее. Так, вот я уже второе обрезала. Кстати, наверное, через час выйдет новое видео на ютубчике. Я постараюсь быть почаще. Началась уже школа. И буду клеить, кстати, я вот таким клеем. Наверное, через час все-таки я выставлю видео. Тем более мы с моей подружкой будем играть в Roblox. Клеем. Кстати, вы тоже хотите увидеть на моем аккаунте, как я буду делать, наверное, для мини спа или для кошечек. Напишите вот у меня в ТикТоке, наверное, все-таки. Итак, а сейчас я выкину мусор и к вам вернусь. Ребят, когда я приберусь в домике, начнется следующая часть. Ну, вторая часть на ютубчике. Не пропускайте, либо сейчас она начнется, я сейчас проверю домики у собачек, либо, ну, наверное, ну, я либо сегодня выставлю это видео, либо завтра, ребят, не обижайтесь. Если вы ждали мое видео, кстати, спасибо всем, кто посмотрел мое вчерашнее видео, я очень рада, хочу хрустнуть пальцы. Я всех очень сильно люблю, что вы очень активно на меня подписываетесь, уже у меня 8 подписчиков, я просто вас лайкаю, спасибо всем большое за такой актив. Ну и ждите следующую часть, всем пока!